Я не знаю, рискнет здесь кто-нибудь поехать или нет. Пока что изучаем, но выглядит как полный трэш. Здесь торф. Торф? Если здесь не выбраться будет. Не, тут надо чисто по бревнам максимум справа. А, а слышь, там тоже, там у вас даже проехать не может. Нет, здесь еще по здесь болото. А с той стороны? Да там болото, тут везде болото. Но я тебе могу сказать, что у вас нифига не весело пробирается. Проблем. Так, а тут вот гать вроде бы ничего, да? Давай, беги скорее! Я не знаю, как сейчас народ тут брелки потащит. Тойота и с Паджериком, я думаю, сейчас весело будет. Да. Это Лёха раскопал. Начинает. Вот он. Туда все равно попадает. Вот так, туда. Там хотя бы лебедками можно. Мы там походили, там ступенька выше колена. Выше шорт. Как ты представляешь, где тащит? Так, ну ребята, дальше за счет лебедки. Отпускай! А я там издалека говорил. Но если вдруг я не говорил, Леша на тентованном УАЗике проехал сам. Дальше здесь тоже продолжается веселье. Вот, но я пойду в другое место, посмотрю, как там у ребят дела. Поэтому однозначно сюда. Вот, ты там будешь долго заправить. Где колея, скажи? А здесь уже выше, да? А здесь вот. А здесь выше. Пройди тогда по тому краю, я колесом там проскочу по нему или нет? Вот если я буду ехать прямо вообще по деревьям по этим. Тебе надо, да, зачем? Вот... Да, тут нормально будет. Вот. Ну, тут сюда. Сейчас курнется. Тебе вот так вот ровно ехать, ближе к корням. Там запрыгнуть. А вот здесь вот что-нибудь. Ну, здесь в конце яма такая. Да, и говорю, что там запрыгнуть. А здесь? Вот сюда вот ходи. Вот здесь. Вот это место. Оно самое интересное. Здесь яма. Заедь. Здесь яма и заезд. И резко вот такая разница. Антох. Колено. Видишь? Тихо. А здесь видишь как? Да, да. Нет, если зацеп будет, я подниму. У Джимми сейчас задача не свалиться в колею. И он, кстати, очень легко с этим справляется. Я бы даже сказал, что это можно было и не снимать. А вот дальше начинается самое интересное. Мне кажется, надо правее вот этой... Да, да, Леха говорит правее брать. О! Не застревая. А
ты где проехал? Там. Давай, может, сразу же это. А напомните мне, почему я здесь еду? А потому что там в УАЗике сели сразу. Да, ребят, такого забавной почвы я давненько не видел. Я только что ушел по колено в грязь. Причем я даже не наступил, а просто притронулся, и меня туда само засосало. Сейчас будем смотреть, как Антоха исполнит. Так, ну ладно, да. Тантор только смог выехать из леса. Мои наставления прошли. А что с брелками делаем? Так же ничего, на брелке. Но я думаю, нет смысла тащить. Лучше самим переехать и лебедкой. Опять растягивать? Надо попробовать, да? 40-метровый. Первая брелковая пара пошла. Почти. Ровно, 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 ровно. Правее руль. Правее руль, вот так. Ой, как неудачно свалился. Там еще динамка где-то под водой. Руль, скажите, чтобы прямее. Прямо, прямо нужно поручить. Нет, нет. Стоп. Слушай, ну я считаю, что это мега успешное спасение. Остались там понты. Газу, 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 газу! Отлично! Так, едут следующие. Патрол, конечно, монстр. Настоящий динозавр. Когда еще на всех блокировках, конечно, приятно смотреть. О-оу. А Паджерик не запрыгнул. А, я только сейчас понял, что здесь где-то гнездо пчелиное. Слушай, смотри, тут кто-то жил. Ага. Давай разгон больше. Прикольно. Ладно, вернусь к проводу. Больше назад. Патруля стащила в болотину.
Это очень криминально, я думаю, у него, грубо говоря, один шанс, хотя, может быть, шансов и нет. Нет, блокировки, смотрите, вывозят. Ровно! Сейчас разгонится. Может, по Джерику руль попрямее? А? А, у него еще лифт кузова, ну, рамы. Не только подвеской поднят. Ребят, не верю тому, что происходит. Это мясо, это реально мясо мясное. А я открою немножко карты. Человек ждет 39-й багера. Я думаю, это будет просто победитель-разрушитель. Почти заехал, прям на грани. Это просто вау сегодняшнего дня. По Джерику просто 3 сантиметра, он уже прям на грани. Хочется подойти поближе, но я что-то не хочу. Голова мне говорит не подходить ближе. Опа, свалился. Ты понимаешь, что в принципе он едет? Че, точно нет? Мне кажется, что пока карабкается, может, пускай карабкается. Давай. У нас максимальный набор, 30 метров лебедки, динамка, 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 один металлический шакл и на машине еще, ну да, два шакла. Может, что-нибудь положить? Мы садимся в первый ряд. Короче, мы все там. Я не знаю, к чему здесь красная тряпка висит, но сейчас узнаем. В принципе, ничего криминального, видал и похуже.
А? Не увидел под водой корягу? Огромный респект нашим ребятам, конечно, которые тащат весь маршрут. Брелочки за собой. На борт можно, да? Да, можно куда угодно. Что это особо у нас? Здорово. Привет. Как добрался? Это что, поехали дальше? Ну давай хотя бы они на фоне появятся. А кто там еще? Поломыши. Чьи? Может, мост вот этот сюда поможет? Ну не поможет. Я думаю, что их аккуратно просто сюда будем спускать, а дальше лебедку не тянуть. Нет, так там заехать, это проблема. Утопленник. А? Утопленник. А. Так, ну, русская военная техника на ура. Джимник выглядит, как будто бы создан для этих препятствий. Блин, чуть в воду не сиганул. Пока что я смотрю и понимаю, что все нормально, но так как у нас две машины на тросах, вот это будет, мне кажется... А, ну да, мы их просто лебедками перетащим.
Секуровский джимник. Кстати, наши поставщики тросов для лебедок, динамок и шаклов. Неудачненько заехал сюда. Выбило передачу, но уже все, пофигу, что там, главное наверху. Артурчик, аккуратно, начал спускаться. А он притормаживает. Он его отцепит. Давай его выстучить как раз. Отцепит. Не, он как раз не хватит. Стой, Лех, хватит длины. Разгона не хватит. Давай попробуй. Давай ходом наверх. Давай уже, забирай. Да, блин, Антох, он Антох. Чего ты хотел? Он будет стоять на камнях, а он его будет дергать. Вверх, когда будет считать. А вот теперь лебедки. Ты тормоз держи, когда в горку заезжаешь. Зачетный, да, патруль? Не обнесался, наверное, 35. Не, ну как 35-й, ну ладно, по факту 37-й. Сейчас, слей, давай. Подтяните трос, ребят, намотайте. Трос, а не что? А ноги покажи. Ноги, покажи ноги. Стоп. Давай еще реально. Стой здесь. Да что ты не спустил? Руль прямо поставь. Тогда есть. Будь что будет. Не, все. Что, подтянуть? Они же вдвоем руль крутят. Попробуй сейчас дернуть чуть-чуть. Лёх, лицо попроще. Держись! Форма,
Давай, давай, вперед! Мы закончили первый маршрут, не без поломок. Джимник все ништяк, фу-фу-фу. Дизельный УАЗик все огонь. Прадик потонул, непонятно что с ним. Паджерик потонул, непонятно что с ним. У патруля минус передний левый привод, возможно, хаб. УАЗик огонь, джимник огонь. Невасик жив, немножко ссал гидрач, но жив. И Тантер, ну, пока он не начал тащить по Джерика, было вообще все огонь, но сейчас есть проблемы со сцеплением. Я не знаю, Макс. Не-не, проблемы уже. Уже нет. Ушли, да. Проблемы ушли вместе с по Джериком. Вот, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на основной канал, на наш второй канал Offroad Family. И оставайтесь с нами. Всем мира.